Делегация МВД Грузии во главе с министром Вахтангом Гамилаури 2-4 февраля находилась с рабочим визитом в Армении. Грузинский чиновник встретился с начальником полиции Армении Ваге Казаряном, а также с премьер-министром Николом Пашиняном. По данным армянских СМИ, Казарян пригласил главу МВД Грузии в ресторан пообедать. Обед сопровождался очередным инцидентом с участием Пашиняна. Так, присутствовавший на обеде Никол Пашинян употребил много алкоголя и в присутствии грузинского чиновника начал оскорблять президента РФ Владимира Путина, ОДКБ и политику Москвы в целом. Министр внутренних дел Грузии был шокирован поведением Никола Пашиняна, а именно тем, что премьер-министр в присутствии представителя другого государства оскорбительно высказывается в адрес лидера другой страны. Удивленный услышанным Гамилаури, сказал Ваге Казаряну, что сложилась неловкая ситуация, и он больше не желает слышать оскорбления Пашиняна в адрес главы другого государства, отметив, что кто-то должен уйти, либо он, либо Пашинян. В итоге ушел последний. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.